Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у нас в гостях, я радий вітати, Даніла Богатирьова, політолога, експерта Українського інституту політики. Здравствуйте. Даніла, одразу хочу перейти до справ, як то кажуть. У нас є людина, яка знов другий раз здалася без бою. Це йдеться мова про Святослава Вакарчука. Ваша думка, чому він знову пішов? Чи він дійсно виконав вже все, що треба було виконати, і скаже, ну, треба повертатися до сцени? На самом деле, конечно, шикарный повод для обсуждения. Святослав Вакарчук предоставил целой массе моих коллег возможность пропиариться на том, что их прогнозы сбылись, потому что очень многие еще осенью говорили о том, что он уйдет из парламента, не удержится там, просто в силу его психологических особенностей. Вот, ну, некомфортно ему там. Но на самом деле причины данного шага, по моей информации, были несколько глубже. Дело в том, что еще с середины зимы во фракции, которую тогда возглавлял Вакарчук, назревали такие, ну, не слишком лояльные к нему настроения. Я бы так это назвал. С чем это повязано? То есть его подозревали в таком дрейфе плавном в сторону галицкого автономизма. Ну, нельзя это назвать сепаратизмом, но вот, то есть он как бы призывал партию становиться узкорегиональной. Вот, партии сугубо для Галичины. Ну, на самом деле, спонсоры политического проекта «Голос», среди которых и Пинчук, и, собственно, западные всевозможные государства, и Демпартия США, они не были от этого в восторге, в результате чего однопартийцы высокопоставленные, такие как Святослав Юрчишин, Сергей Рахманин, фактически совершили внутрипартийный переворот против Вакарчука, отстранив які его. Какие красивые украинские прозвища. Юрчишин, Рахманин. Да, да, да. Взагалі, мне просто интересно, это же, ну, в узкое поле Галичины, это, в принципе, я так розумію, у нас же є партія, яка орієнтована на ту частину, це партія «Свобода», невже він розраховував, щоб... Партія «Свобода», вона вже ушла в маргінез. Все, о ній можете, по крайній мірі, на ближайшее время забути. Вот это вот політичне поле, націоналістичне, його зайняв Порошенко. Очень плотно, со своєю європейською солідарністю. А от, говоря о Вакарчуке, ведь его же отстранили от власти в партії ще... Ну, если мне не изменяет память, в конце зимы. То есть он сообщил о том, что он покидает пост руководителя партии, руководителя фракции и так далее. А вот сейчас он, видимо, не удовлетворился статусом простого народного депутата и решил сложить полномочия. Ну что ж, туда ему и дорога. Мне, честно говоря, даже не жаль тех избирателей, которые голосовали за него, потому что было им неоднократно говорено, что это не политик. Вот он просто не политик. Он хороший исполнитель. Нічого не маю проти і так далі, але в політиці йому не місце. Ми розуміємо, що, в принципі, у нас так все побудовано, що якась партія, якщо вона виникає, це комусь потрібно. Да? Для когось, якщо зірки зажигаються, це комусь потрібно. Він заради чого взагалі йшов? Я от просто не розумію. Він мав вже можливість у 2008 році попрацювати та піти геть. Невже він не розумів, що приблизно, ну, така ж сама ситуація в Верховній Раді буде, бо він каже, йому тяжко з цими людьми спілкуватися. Заради чого він йшов? От, не розумію. Чи він дійсно виконав вже все, що від нього було необхідно? Знаєте, тщеславие – это, пожалуй, самый распространенный такой грех среди артистов и других публичных людей. Поэтому не исключено, что ему захотелось, помимо его славы, еще какой-то власти, еще признания в качестве политического деятеля и так далее. Но это о его личной мотивации, я сейчас говорю. А о мотивации тех... Мав би порахувати приблизно, що це так не спрацює, що все набагато складніше. В начале передачи я говорил о его вот психотипе. Он, в принципе, личность нестойкая.
То есть вот сегодня пошел туда, завтра развернулся, ушел обратно. Для артиста это нормально. Он, в принципе, разъезжает с концертами. Его жизнь, в общем, не постоянна. Для политика это плохо. А что касается мотивации тех, кто приводил Вакарчука в политику, ну, она была, с моей точки зрения, предельно проста и ясна. Это конвертация его медийной славы в политический рейтинг. То есть, чтобы просто завести туда необходимых людей. Ну, тех же там, Юрчишина, Рахманіна, прочих, і же з ними. Це, ідуть ще такі думки, що взагалі, ну, для чого використовувався, наприклад, пан Вакарчук? Для того, щоб підтягнути молодих виборців. Тому що деякі люди кажуть, що переважно на голосування, голосувати приходять люди літнього віку, а молодь, вона вирішує частіше десь посидіти, каву попити і не ходити на ці вибори. Може таке бути, щоб молодь хотіли залучити до виборів і використовуючи рок-зірку нашу? Во-первых, те, хто вважають, що Вакарчук сьогодні є музикальним кумиром молодежи, вони, ну, м'яко говоря, так відстали від времени лет на 15, може бути. От 15 лет назад це так було. Зараз, да, у нього є своя аудиторія, це, скажімо так, цінителі українського року, але це далеко не тільки і не стільки молодіж, і їх не так багато на самом-то деле. Я склонен к другой версії, к тому, що партію «Голос» готовили як такой вот своеобразный симбиоз националистической идеологии с идеологией либеральной. Это очень странный симбиоз, потому что их тяжело совместить. Но, скажем, если либералы выступают там за права ЛГБТ, то националисты категорически против этого. В результате получилась очень странная, нежизнеспособная партия. Такие ходят ЛГБТ, а на смужении такие, да? Ну, суровые. Да, суровые ЛГБТшники. А от мене, як музиканта, дуже цікавить ще одне питання. Я вибачаю, що так ми застрягли на Святославі. Він у 2008-му був політиком, який відмовився продовжувати, ну, тобто бути депутатом. І повернувся на сцену. Тобто, і в нього не один раз були величезні концерти, я маю там на Олімпійському. Тобто, він, як музикант, відтворився. А зараз, після другої спроби, він зможе повернутися і знов стати успішною медійною рок-зіркою? Я думаю, так. Повторюсь, у него есть своя аудитория. Это ценители его музыки. И для них, по большому-то счету, все равно, там, пошел он в политику, не пошел в политику, вернулся. Они все равно ценят его музыку. Поэтому своих слушателей, ядерный электорат, как бы сказали, в политике, ну а у него, скажем, ядро его слушателей, он не потеряет. Цікаво. Тоді хотілося б перейти до другої зірки, у якої теж ядерний, мега-ядерний електорат є. Це Петро Олексійович Порошенко. Ми на цьому тижні мали можливість спостерігати за його розмовою з генеральним прокурором України. І ця розмова була дуже цікавою. Чому вона була цікавою? Тому що російською мовою вони спілкувалися, чогось, не знаю. І хотів би запитати, взагалі те, що ми бачили, це дійсно спроба влади притягнути до відповідальності якогось нашого екс-президента? Чи це якась показуха? Ну, что касается языка общения Порошенко, я думаю, ни для кого не секрет, возможно, кроме его избирателей, что в быту Порошенко человек сугубо русскоязычный, в семье у него говорят по-русски, его сын в Лондоне щеголял в куртке с надписью «Россия», что вообще, так сказать, не... Помогав батькові тричі, да? Да, даже три раза, ну где-то там он пьяный валялся, но это дело молодое, а вот хуже то, что с надписью «Россия», это, так сказать, вообще зашквар. Но вот что касается этих уголовных дел против Порошенко, действительно, они возбуждаются не по самым возмутительным, не по самым общественно значимым статьям, по которым можно было бы расследовать против него дела. Ну, скажем, вот это дело, по которому ему предъявили подозрение, о назначении начальника службы внешней разведки, которое произошло, в общем-то, не по процедуре. То есть Порошенко должен был согласовать кандидатуру этого начальника с Советом нацбезопасности и обороны, он этого не сделал.
Вот теперь есть формальный повод его за что-то привлечь. Но с другой стороны, ведь у него были гораздо более серьезные нарушения, более очевидные. Ну, например, та же отправка кораблей в Керченский пролив, заведомо зная, что они могут быть не просто взяты в плен, а, допустим, там могут быть расстреляны и так далее. Но это же фактически подстава своих подчиненных, он верховный главнокомандующий, под... Ну, просто под попадание в плен, куда они в итоге и попали. И там, вот в чем отличие, там есть письменные приказы однозначно. В таких случаях все приказы отдаются письменно. Если коррупционные дела, очень тяжело доказать, потому что там что-то лично, в каких-то разговорах, полунамеками через кума, брата, свата, то здесь все очень просто и прозрачно. Почему по этому делу не предъявить ему подозрения? Гораздо более социально важному. Я думаю, общество хотело бы привлечения Порошенко к ответственности именно по таким вот важным делам. Обществу, по большому счету, ну, есть, конечно, дело до этого там, начальника внешней разведки, но это далеко не самая важная тема. Може бути таке, ну, що взагалі є, існує якась домовленість, що по таким справам ми особо не будемо вас чіпати, але треба, щоб медійно задовольнити людей, які вимагають посадки екс-президента, то ми от показуємо таку показуху, і також це необхідно для того, щоб ну, вже... Ми можемо спостерігати за тим, що люди вже готуються до місцевих виборів, а у партії Зеленського, у партії Зелених, так скажемо, не дуже велика підтримка з боку населення. Може це якась, ну, вони спостерігають і готуються до виборів, і від того показують, начебто вони щось роблять. Порошенко постоянно говорит о политических преследованиях. Так вот, я хотел бы отметить, что его преследуют строго таким образом, чтобы, не дай бог, не посадить. То есть даже случайно, чтобы он не оказался за решеткой ни дня. Я не думаю, что это предмет прямых договоренностей с Порошенко. Скорее, тут имеют место определенные указания от тех людей в Вашингтоне, которые его прикрывают. Вот скорее я бы так сказал. То есть американцы влияют на нашу власть, неформально подают сигналы о том, что Порошенко не должен преследоваться и так далее, что его соратники также должны спокойно существовать без уголовных преследований. Ну и в результате открываются вот эти вот бесконечные дела, бесконечно там выписываются им какие-то повестки, они не являются по этим повесткам, презрительно плюют фактически в лицо сотрудникам этих правоохранительных органов, тем самым плюют в лицо власти действующей. Власть действующая ничего с ними не делает, и по сути это является такой симуляцией бурной деятельности. Бутафорні справи такі, да? Да, ну это цирк. А можно до переліку цих бутафорних справ віднести і справу Стерненка? Тому що ми от зараз теж могли спостерігати за тим, що вже СБУ начебто займається справою Стерненка, хоча ми були свідками того, що якраз СБУ ховала і захищала цю особу. Ну, на самом деле, здесь вот сложный вопрос. Почему сложный? Я не сомневаюсь в том, что это точно такая же показуха. Но вот что остается для меня интригой. Сможет ли СБУ или действующая власть слить вот этого вот Стерненко? То есть смогут они его слить, принять такое волевое решение или нет? Почему? Потому что мне кажется, Стерненко значительно... Да? Он токсичный для влады, для СБУ. Он однозначно токсичен, но Стерненко значительно более мелкая фигура, чем тот же Порошенко. И по нему точно нет никаких указаний из-за рубежа. Ну, это было бы абсурдно, если бы американцы занимались людьми такого масштаба. А скорее здесь имеет место определенная, ну, возможно, даже честь мундира для тех же силовиков. Почему? Потому что Стерненко, ну, неоднократно об этом писали в СМИ, что он был там то ли негласным информатором, то ли каким-то там негласным сотрудником СБУ. А ведь что получается, если они его сейчас осудят, то получается, что точно так же они могут слить любого, кто с ними сотрудничает. И это будет серьезный удар по имиджу, серьезный удар по какой-то оперативной, агентурной работе, не знаю, какая там у них еще есть.
Поэтому мне кажется, что... Итого вони його і підтягували постійно. Його все-таки, да, його все-таки будуть витягувати, возможно, витягувати на какой-то домашній арест вместо СІЗО, на условний срок вместо настоящего срока і так далі. То есть, если он получит приговор, то это будет приговор, с моей точки зрения, вот такого плана, по которому он реально не сядет в тюрьму, но, тем не менее, можно будет отчитаться, что вот он осужден и отбывает наказание. Просто я так думав, якщо ці справи піднімаються, і може це бути таким чином сприйнято суспільством, що вплив Сполучених Штатів Америки зараз зменшується. Ну, від того, що ми спостерігаємо за тим, що там відбувалося, може буде далі відбуватися. Я маю на увазі такий темний Майдан, який був. Це якось вплинуло негативним образом на цю, скажімо так, країну, я маю на увазі, на її ареал всемогутності. Ну, что касается Украины, я не думаю, что здесь существенно как-то снизилось влияние США. У них же просто много разных инструментов влияния. Вот сейчас осуществляется в основном такое влияние через структуру МВФ. Выделить транш, не выделить транш, все вот эти вот вопросы, которые у нас мусолятся непрерывно, там, принять закон о земле, не принять, сейчас он уже принят, там идет речь о других законодательных актах, изменить или не изменить этот закон, разрешить или не разрешить продажу земли иностранцам. Все вот это вот использует МВФ в своем давлении на Украину, а через МВФ, разумеется, давят и транснациональные глобалистские финансовые элиты, скажем так, выражением которых является демократическая партия США в первую очередь. Вот. Поэтому я думаю... МВФ – это рахується основным важелем впливу на нашу элиту? Ну, чи може разумеется, есть еще масса всевозможных рычагов. У нас в стране до сих пор есть НАБУ, директор которого Сытник не уволен и который назначался будучи согласованным с западными правительствами. Есть специализированная антикоррупционная прокуратура, в которой также, правда, не американское, а британское влияние. Там. Вот. От, поэтому рычагов влияния хватает. Я бы не сказал, тобто, можна сказати, що Україна – це така гарна країна, де розвинутий туризм. Тобто і американці, і Великобританія, а це не кожна країна може собі залучити таких цікавих. Да. Фактически, да. Но я не сказав би, що Порошенко, или там, тем более Стерненко, какие-нибудь Амельяны и же с ними являются такими выдающимися агентами влияния США. Они, по большому счету, расходный материал, просто их осуждение невыгодно американцам с точки зрения того, что тот же Порошенко много знает о Байдене, например, и так далее. Он может начать это рассказывать. А зачем это нужно? Ну и також, я так розумію, це теж може бути таким негативним сигналом для інших людей, які співпрацюють з Сполученими Штатами Америки. Вони теж подивляться, що своїх не захищають, значить, треба що? Так же, да. Міняти взуття. Є такий фактор в этом. Добре. Дуже дякую за цю цікаву розмову. Я впевнений, нашим телеглядачам було дуже цікаво. Взаємно. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогеры Украины. Совет МВФ принял решение все-таки выдать Украине кредит в размере 5 миллиардов долларов. Данная кредитная программа рассчитана на 1,5 года. Для этого займа украинская власть, как вы помните, пошла на многое, открыла рынок земли и удалось принять так называемый антиколомойский закон. Но непосредственно дорогу к кредиту открыл меморандум с МВФ, который еще в мае подписало правительство, взяв на себя определенные обязательства перед фондом. Подписанный документ власти общественности так и не показали. Но мы, как топ-интернет-издание в Украине, имеем свои источники. Поэтому смогли мы детально с ним ознакомиться. Меморандум заверили своими подписями президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Яков Смолий. В нем, как вы помните, Украина пообещалась продолжать курс Порошенко, включая повышение тарифов, оптимизацию, то есть закрытие школ, увольнение
лишних учителей, продолжение медреформы Супрун, которую Зеленский давал слово, кстати, остановить, как и министр здравоохранения. Но пока в этом направлении, я напомню, ничего абсолютно не сделано. От выполнения этих условий зависит второй транш. Первый мы должны получить вот совсем скоро, как говорит Шмыгаль, прям в июне, в размере 2 миллиарда 100 миллионов долларов. А второе в размере 2 миллиарда 900 миллионов должны еще получить в течение 1,5 лет. Итак, на что же пошла Украина ради 5 миллиардов долларов? Разберемся поподробнее. Это касается каждого из нас с вами. Для начала предлагаю остановиться на законе антиколомойском или законе о банках, который с трудом проталкивали в Раде, все-таки протолкнули. Он блокирует возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому, мы все об этом знаем, да? Это было одним из основных требований МВФ, без этого закона кредитная программа даже не рассматривалась бы. Формальным основанием для принятия закона был тот факт, что Приватбанк теоретически мог вернуться Игорю Коломойскому, и это бы расшатало финансовую систему Украины и поставило бы крупнейший банк на грань банкротства. По цепочке это означает, что МВФ и другим крупным финансовым международным организациям пришлось бы давать еще транши Украине для стабилизации ситуации, чего они очень не хотели. Денег давать не хотели. Однако в законе, который приняла Рада, говорится не только же об этом. Там, в принципе, закручиваются гайки всем украинским банкам, делая НБУ, Национальный банк Украины, практически неподсудным, если он решит закрыть любой банк и ввести туда временную администрацию. Оспорить это решение Центробанка в суде будет нельзя. МВФ плотно контролирует Нацбанк, через него и всю банковскую систему Украины. Антиколомойский закон усиливает этот контроль и создает предпосылки для того, чтобы в нашу страну зашли крупные западные банки, в том числе посредством, если можно так сказать, расчистки поляны и покупки системных государственных банков, в том числе и Приватбанк. Второй момент – открытие рынка земли. В конце марта Рада приняла, дальше Зеленский подписал закон. До 2024 года украинскую землю сельхозназначения будут продавать только гражданам Украины, физлицам. Да и то не более 100 гектар в одни руки. После чего, после этого, на рынок смогут выйти крупные агрохолдинги. Для них заложена норма, что арендатор имеет преимущественное право выкупа земли. Причем эту цену должен определять не продавец, а государственный оценщик. То есть закупка земли у мелких собственников, скорее всего, будет идти за копейки, учитывая лоббистские возможности агробизнеса на чиновников. Вход иностранцев на наш рынок земли будет введен только после всеукраинского референдума. Впрочем, если Верховная Рада примет предложенные, внесенные Зеленским закон о втором гражданстве, то иностранцы смогут покупать украинскую землю и раньше, просто становясь по упрощенной процедуре гражданами Украины. И, кстати, в меморандуме с МВФ дополнительно прописано, что Украина создает рынок сельхозземли, сняв мораторий, и приводятся основные параметры этого закона. Но дают понять, что он еще не окончательный, мол, все можно обсуждать, менять. Следующий момент – усиление налогового давления на украинский бизнес и украинцев в принципе. Среди обещаний Зе и его команды относительно налоговой политики прямым текстом прописано ее ужесточение. Киев рассчитывает увеличить поступление в бюджет от таможни и налогов. Если же это реализовать не удастся, то обещают сократить неприоритетные расходы. Судя по всему, это будет что-то, конечно же, необходимое людям. Параллельно с этим украинская власть уже в 2020 году обещает плотно сотрудничать с МВФ по реформированию налоговой системы, а как же мы без них, родненьких? Я напомню, что согласно меморандуму, Украина обязуется не принимать в ближайшие годы никаких законов, способствующих либерализации налогообложения. Бизнес просто может не рассчитывать на изменение структуры налогов. В частности, замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, так как на первом этапе это приведет к уменьшению поступлений в бюджет. Не вписывается в эти обещания новопредставленная программа премьер-министра Дениса Шмыгаля по восстановлению экономики. Да. Дело в том, что в ней есть также ряд мер, которые могут снизить поступление в государственный бюджет. Например, импортозамещение в государственных закупках. Только по транспорту даст минус 7 миллиардов по таможне. Также есть предпосылки
предпосылки к тому, что, возможно, будет введена и система всеобщего декларирования доходов граждан. Следующий момент – аудит расходов по борьбе с коронавирусом, поскольку этот кредит вообще обозначается как антикоронавирусный. По этому поводу есть даже отдельный блок меморандума с МВФ. В документе указывается, что траты на борьбу с COVID-19 в Украине все под контролем, все с чеками через казначейство. К марту 2021 года Киев пообещал полный аудит всех расходов. Хотя на это будет очень интересно посмотреть. Ведь согласно статистике счетной палаты, которая ее ведет, миллиарды гривен проходят через какие-то ФОПы, а также фирмы, связанные с чиновниками и фармбаронами. Также в этом меморандуме МВФ прописано, что в Украине продолжится пенсионная реформа. А именно, будут некие стимулы для более продолжительной работы. Чё-то не дохнут эти украинцы. А значит, надо повысить пенсионный возраст. Киев пообещал не вводить специальные пенсии и льготы и не вносить в украинское законодательство изменения, которые приведут к снижению фактического пенсионного возраста. В документе также упоминается и о накопительных пенсиях. Как я говорила ранее, прописано уже 2 законопроекта, и по этому направлению наше правительство, конечно же, будет совещаться только с западными партнерами, консультироваться. Еще Украина взяла на себя обязательство продолжать медицинскую реформу Уляны Супрун, второй этап которой стартовал с 1 апреля. И помните, как и министр здравоохранения, и сам Зеленский все распинались, как мы не готовы, какая плохая реформа, как все не работает, как нет денег. Ну вот как-то ничего не случилось, и теперь в принципе понятно почему. В меморандуме четко написано, что медреформу надо продолжать. Также в меморандуме появилось понятие сооплаты для пациентов. То есть, если не будет введено обязательное медицинское страхование, пациентам придется очень много платить за некоторые услуги. Закупки лекарств дальше будут контролироваться международными организациями. Также украинские власти подписались под обязательствами реформировать образовательную систему Украины. Сроки точно не указаны, но прописано, как только утихнет кризис. С такими успехами, друзья мои, никогда он не утихнет. Хотя с точки зрения возможности реформирования нашей образовательной системы, может быть, для нее это и неплохо. Ибо реформа это будет подразумевать и оптимизацию школьной сети. Под этим понимается, конечно же, закрытие части школ. А закрытие лишних школ это еще и увольнение лишних учителей. Подробно мы также рассказывали о том, что МВФ хочет нашу судебную систему в ручном режиме. Киев ради кредита обязался создать некую независимую комиссию для предварительного отбора потенциальных кандидатов, высшие судебные органы и оценки их честности. Фактически это означает внешний контроль за судебной системой Украины, поскольку эксперты в эту комиссию будут рекомендоваться, разумеется, нашими западными партнерами и международными финансовыми организациями. Также Украина обязалась повысить цены на газ для населения с 1 июля уже в этом году, после чего цена уже будет определяться рынком. То есть население переходит на тарификацию по газу как для промышленности. Если газ на мировом рынке будет дорожать, то нам с вами придется платить больше и еще больше. Также наша власть пообещала МВФ, что снимут ограничения по тарифам на отопление. А если в них заложить и капитальные затраты на ремонт теплосетей, которые изношены на 80%, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года, так что не переживайте. И начнут они действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы будут пересматриваться не реже, чем раз в год до начала отопительного сезона. А если вы не сможете заплатить коммуналку, не страшно, власти уже подумали за вас, точнее о механизмах для того, чтобы сбивать с вас усиленно долги, в том числе с помощью более высоких штрафов. Далее, госпредприятия, которые и без того выглядят как государство в государстве, например, НАК «Нафтогаз Украина», хотят сделать еще более независимым. Хотят расширить полномочия наблюдательных советов, которые, я напомню, состоят у нас, ну, фактически 50% иностранных граждан, если не больше. А это будет означать, что государство Украина государственными украинскими компаниями не управляет от слова совсем. А это стратегические предприятия. И возникает в связи со всем этим вопрос, а есть ли у нас в стране хоть одна сфера, которая
не оказалось под внешним управлением. Что означают все эти условия? Ну, кроме очевидного. Это усиление налоговой нагрузки на бизнес, запрет преференций и льгот, что минимизирует возможности украинской экономики быстро восстановиться после коронакризиса. Да и постоянного нашего кризиса. Фактически этот меморандум ставит крест на экономическом росте. Для нас с вами, простых украинцев, этот меморандум с МВФ тоже ничем хорошим не пахнет. Медицина станет менее доступной и платной, как и школы для детей. Коммунальные тарифы будут расти, и есть большой риск роста пенсионного возраста. И возникает другой вопрос, а будет ли правительство выполнять условия этого меморандума, который они сами подписали? Топ-блогери України. Даніло, дуже дякую тобі за те, що був у нас в ефірі. Я сподіваюся, це не востаннє. Взаємно. Спасибо. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.